Тебе удалось продвинуться в расследовании Натальи Никитиной? Не было времени, но я обязательно навещу ее. Не было времени? Вообще-то это наша основная работа. Любовь, личная жизнь, я все понимаю. Сейчас я увлечена расследованиями дела Сергея. Эти ребята... Ты так и не оставила его в покое? Ладно, это твой выбор. Хочешь, я помогу тебе? Поиск улик, расследование? Ну, пожалуй, это было бы великолепно. Серьезно? Это очень неожиданно. Почему? Я же не смогу расследовать все это дело в одиночку. Ну тогда поделись всей информацией, которой ты сейчас обладаешь. Мне бы что-нибудь покрепче. Я люблю ее. Да, пожалуйста, нам не жалко. Не-не, я люблю свою работу. Тебе, кстати, легавые больше не заходили? Да пока все тихо вроде. Эти придурки из отдела расследований. Все что-то роет постоянно, копает куда-то. Бесит меня. Да так-то тебе нужно переживать гораздо меньше, чем мне. Ну, наверное, да. Но так-то оно... Не совсем так. Сейчас у нас на нашем криминальном рынке бешеная конкуренция. Ну, к примеру, вот наркотики и рэкет сейчас забрали другие группировки. Так что работы нет. У тебя что? А ты не знал? Бойцовский клуб закрыли. Видишь, вот где я теперь работаю? Как себя? А этот? Здоровенный парень, звезда подписчиков, он где? Мне и самой интересно, я не знаю. Да, кстати, где он? Мне тоже интересно. Ну так вот, возвращаясь к нашему разговору. Помимо конкуренции, еще вот эти ребята вмешиваются. Простите, кажется, я прервала вашу милую беседу. Мне кажется, ты явно что-то недоговариваешь. И, кстати, да, где твой любовник? А его разве не арестовали? Отдел расследований. Мне кажется, его загребли после того, как ты надрала ему зад. Насколько мне известно, там загребли только тебя, а того парня выпустили. Но, как я вижу, ты продолжаешь работать. Да уж, приходится. Я же не могу надеть костюм и, как ты, всем раздавать люлей. А не пошла бы ты знаешь куда? Ты как заноза в заднице. Я не намерена драться сегодня. Давай ты просто не будешь влезать в наш разговор. Если ты увидишь своего бывшего, передай ему, пожалуйста, что его ждет минимум 8 лет за решеткой. На нем минимум 2 случая подтвержденных убийств. Тихо, тихо, не побейте здесь ничего мне. Ты так не понял с первого раза?
Ай, рука, рука, рука! Ай, я после травмы! Полегче с ним. Он же мой постоянный клиент. Видишь, он просто пьяный. Алло. Детектив, ко мне в апартаменты ломится азиат. Что мне делать? Ты имеешь в виду ниндзя? Я буду выдвигаться в твою сторону. Ты можешь удержать позиции? Черт, похоже, он мертв. Мертв? Вот только не говорите, что я опять виноват. Какая тишина? Может быть, налить? Ну что ж, теперь я знаю, где вы работаете. Я еще приду навестить вас. Сергей мертв. Вчера он звонил мне, и во время разговора азиат прикончил его. Я тебе говорил, что ничем хорошим это не закончится. В Солнце Азии нет понятия бывших сотрудников. Азиат угрожает мне, что он отрежет голову. Ну вот это уже звучит плохо. Да мне плевать на это. Теперь моя главная задача – найти его быстрее, чем он найдет меня. Я верю, конечно, в твои способности, но тебе лучше этого не делать. Я не хочу терять напарницу. Тебе следует уехать из этого города, лечь на дно. Эти парни забудут про тебя. Что? Нет! Я не сделаю этого. Единственное, за что мне действительно обидно, это то, что я не смогла защитить Сергея. Также у меня есть другие новости. Я подала заявку. И меня одобрили в боях. Будь осторожнее. Постарайся не принимать в этом участие. Наша задача просто посмотреть, как это все выглядит изнутри. Боже, это был сон. Как ужасно. Так это и есть бойцовский клуб? Я представляла себе совсем иначе. А что, дорогуша, ты представляла, что здесь римский Колизей с огромной аудиторией? Поверь, тут достаточно зрителей, и транслируется все онлайн. И давно вы участвуете в этом? Да какая тебе вообще нафиг разница? В наше время трудно найти высокооплачиваемую работу. И вообще, почему ты этим интересуешься? Ты что, коп? Ну давай, начинай, блондинка. Я вижу, ты новичок в этом деле. Сейчас я выбью из тебя все желание участвовать.
хотел научить. Плохой из тебя учитель. Вот я тебя нашел, сука лиговая. Сопротивляться хотела, стерва! Игра окончена. Я теперь медленно сверну твою шею. Ну что, есть последние желания, слова? Кто заведет себя по-настоящему? Да. Ха, получилось.